хоть и кажется, что оно такое вот, не кажется, а мы доказали, что оно множество мер и ноль, есть совершенно замечательный простой факт. Любое число от нуля до двух может быть представлено в виде суммы двух чисел кантерова множества. Берешь любое число отрезка, оказывается, что можно указать два числа из кантерова множества, суммой которых это число является. Представимо, не обязательно однозначно, в виде суммы двух чисел кантерова множества. Любое число отрезка от нуля до двух представимо в виде суммы двух слагаемых, каждая из которых из кантерова множества. Если вам где-то мешают единицы, ну не мучайтесь. Вот у него есть первая цифра. Это ноль. Правильно? Угу. Отлично. Дальше идут троичные разряды. На каждом из этих мест у вас что написано? Ноль или два? Ноль или два? Ноль или два? Согласны? Да. А у другого на каждом месте что? Ноль или два. Так когда вы сможете... Если временно запретить себе делать переносы, то что у вас получится? Значит, запретить делать переносы? Да. Ноль, один, ноль, один, два. У вас здесь будет что? Ноль, два или четыре. Здесь будет что? Переносы не делаем. Ноль, два или четыре. Переносы не делаем. Переносы пока не будем делать. И вот наше число должно этому равняться, так? Да. Замечательно. А теперь скажите, пожалуйста, вот если мы хотим, чтобы число вот этому равнялось, то его половинка чему будет равняться? 0, 1 или 2. Правильно? Да. А здесь будет что? 0, 1 или 2. 0, 1 или 2. 0, 1 или 2. 0, 1 или 2. Ребята, а вам не кажется, что это уже гораздо более похоже на нормальную троичную запись? Да. Значит, если вам дали любое число из отрезка от 0 до 2, то вы, не вступая с ним в переговоры, делите его на 2. И получаете число х пополам. Которое в троичной системе что? Пишется. Пишется. Х пополам в троичной системе пишется. Причем, заметьте, пожалуйста, х пополам уже будет начинаться на 0. Потому что число было из отрезка 0, 2. Когда пополам поделили, оно стало из отрезка 0, 1. Оно уже по-честному начинается на 0, так? И цифры у него нормальные троичные цифры. Потом вы его домножаете на двоечку. У него по-прежнему, кстати, в начале стоит 0. Но цифры стали немножко странные. У вас стали троичные цифры, нули, двойки и четверки. Потом 0 это 0 плюс 0. Двойка это что такое? 2 плюс 0. А четверка? 2 плюс 2. Так, кто ничего не понял? Нам дано какое-то число из такого отрезка. Да. Поделим его пополам. И запишем результат. В троичной системе. Ну, умножим вот это вот на 2, каждое число. Ну, то есть это будет... Не каждое число, каждую цифру. Каждую цифру умножим на 2. Да. Ну, вот. Получается... Но переносы делать не будем. Да. Получается 0, 2 или 4. Ну, и... то есть это число, это сумма... Не число, а в каждом разряде... В каждом разряде либо 0, либо 2, либо 4. 0, 0 распишем как 0 плюс 0. 2 это 2 плюс 0, и 4 это 2 плюс 2. Да. Почему я сказал, что возможно неоднозначно? Потому что 2 и 0, хочешь пишешь 2 вверх, хочешь пишешь 2 вниз. Да? 2 плюс 0 или 0 плюс 2 это широкие возможности. Договорились?